Леонид вместе с Анжеликой отличился в 2022 году. Супруги тогда намекнули на свое неодобрение СВО. Чего только не последовало после такого поступка артистов. Некоторые даже призывали отправить Агутина и Варум в США на ПМЖ, как известно, там у них живет дочь. И пока Леонид продолжал выступать, Анжелика от всех пряталась. Постепенно она вновь начала выходить в свет, но, кажется, активно стала выступать лишь недавно. Но вот только далеко не все остаются довольными пением Варум. Как оказалось, на концерте 15 марта Анжелика отличилась. И позор жены Агутина попал на камеры. Послушайте, петуха она дала. А гитарист спародировал, пишут посмотревшие ролик с выступления Варум интернет-пользователи. И действительно, артистка все никак не могла вытянуть ноты и достойно исполнить песню. При этом Анжелика не истерила, а, наоборот, со смехом отнеслась к неловкой ситуации. А Леонид Агутин вместе с гитаристом группы решили поддержать оплошавшую Варум, немного скрасив ее позор. Да и зрители обрушили на Анжелику шквал аплодисментов, так что певица могла прямо стоя на сцене прочувствовать любовь поклонников. И в сети люди бурно отреагировали на недавний инцидент на концерте Варум и Агутина. Правда, в фанатской группе пары мнения у интернет-пользователей разделились. Кто-то счел, что Анжелика сорвала номер. Да ладно, все бывает, зато своим голосом. Еще одна шептунья на сцене, сидела бы уж дома да шептала в подушку, певунья. У Варум и раньше был не сильный голос. Радует одно, это не фонограмма, высказались россияне.